14 апреля на заседании Национального собрания Армении премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос вице-спикера Алина Симоняна, являются ли турки и азербайджанцы врагами армянского народа, отметил, что проблема в управлении этой враждебностью. «Честно говоря, я не понимаю эту дискуссию. Это мы должны отвечать на этот вопрос. Наша история, последняя война и недавние события – это даже не предмет обсуждения. Да, турки и азербайджанцы – наши враги. Они тоже считают нас врагами. Вопрос в другом. Что мы будем делать с этой враждебностью? Я говорю следующую формулу. Чем больше мы считаем себя врагами, тем больше они считают нас врагами. Чем больше они считают нас врагами, тем больше мы считаем их врагами. Вопрос в том, до какой степени мы собираемся нагнетать эту вражду. Ставят ли они задачу уничтожить нас? Или мы их? Мы не должны формулировать такую проблему. Но и они не должны ставить такую задачу», — сказал Пашинян. Также он отметил, что с этой враждебностью нужно бороться очень осторожно, тактично, потому что это не односторонний вопрос. Ноябрь 17-го.